Всем доброе утро! Сегодня мы совершим кулинарное путешествие в Австрию, а именно в Вену, которая известна своим приготовлением штруделей. И я вам подскажу достаточно простой и доступный для каждого рецепт. Для приготовления нам понадобится лист слоеного теста, одно небольшое яблоко, горстка грецких орехов, а также пара столовых ложек сахара и панировочных сухарей, немного корицы и около 3 столовых ложек муки. Для начала убираем у яблока кожицу и нарезаем мелкими кубиками. Кстати, лучше брать яблоки кислые, тогда вкус будет пикантнее. Итак, к ним добавляем наш сахар, муку и корицу. И оставляем где-то примерно на 20 минут, пока фрукты не дадут сок. Орехи можно измельчить в блендере или просто порезать обычным ножом. Затем смешать с сахаром и панировочными сухарями, и будет готова начинка. Наше тесто будем раскатывать скалкой. Нам важно получить тонкий лист прямоугольной формы. Ну вот, все наши ингредиенты и готовы. Самое время выкладывать их на наш лист. Для начала это будет ореховая смесь. Нужно будет ее выложить у верхнего края. И следите, чтобы было не слишком много, иначе все будет вываливаться за края. Но уже сверху положим яблоки и начнем закручивать наш штрудель. Штрудель убираем в печку, разогретую до 170 градусов, где-то на полчаса. Не забывайте периодически проверять, чтобы не сжечь вашу вкусняшку. Говорят, что только влюбленный человек может приготовить действительно вкусный штрудель. По-моему, мне удалось. Приятного вам аппетита!